лисы целые, вирус бешенства под контролем. В Чувашии сотрудники Госветнадзора вакцинируют от опасного заболевания диких животных. Причем незаметно для них самих. В Лисе Нора сотрудники Госветслужбы раскладывают приманки с вакцины от бешенства. Количество брикетов зависит от количества обитателей норы. Этими данными Госветслужбу снабжают местные охотники и лесничие. Спустя 21 день после того, как лисы съедают приманку, у них формируется иммунитет, которого хватает на год. Мы два раза в год раскладываем вакцину. Это при наступлении зимы, наступлении холодов. Раскладываем, когда они в норы залезают. И вот сейчас, потому что у них есть лисята в этих норах. Через некоторое время специалисты вернутся сюда, чтобы проверить, съели ли лисы приманки с вакциной.